Приветствую вас. Я, наверное, склоняюсь к мысли своей коллеги Снежаны, которая сказала о том, что негативные чувства являются, ну, также проявлением, да, также проявлением эмоций по отношению к человеку, и нельзя считать, что отсутствие, например, позитивных эмоций, только отсутствие только позитивных эмоций, и наличие, например, негативных эмоций, нельзя считать это окончанием чувств. Нельзя считать. Вот, то есть я больше склоняюсь именно к этому, к ответу своей коллеги, вот, но, у этой ситуации есть одно но. Дело в том, что девочку уже, ну, какое-то время, может быть, достаточно долгое время, могло что-то раздражать вас, например. Ну, или в парне, да. Если это что-то раздражало ее давно, ну, то есть долго, достаточно долго, то это могло убить ее положительные чувства и, соответственно, оставить только негативные чувства по отношению, например, к вам. Ну, или к ее парню, да? По отношению к вам или к ее парню. Оставить только негативные чувства. Вот. Соответственно, если эти негативные чувства действительно имели место быть, например, то сколько-нибудь позитива девочка в отношениях, например, допустим, с вами, ну, будет видеть вряд ли, потому что ей нечего его видеть, нечего видеть этот позитив. Это нужно понимать, естественно. И в этом случае можно говорить не о окончании чувств, как таковых, а можно говорить об окончании отношений. Потому что вот именно отношения, да, в этой ситуации, безусловно, закончатся. Ибо никакого позитивного момента не будет вообще. Да, то есть будет только, ну, только негативный аспект. И молодой человек сам будет ассоциироваться у девушки только именно с негативной позицией. Вот. И все. И, соответственно, сделать ничего уже с этим он не сможет. Особенно если будет постоянно с ней, если будет там ее, ну, напоминать о себе, да, и так далее, и так далее. То есть вот этот момент является негативным. И я бы даже сказал, что он является опасным для отношений, потому что если молодой человек, ну, вы это не вы, а этот молодой человек хочет сохранить отношения, да, то есть не упустить девочку, скажем так, то, естественно, ну, естественно, ему нужно как-то вот более деликатно здесь себя вести, чтобы девочку не оттолкнуть, чтобы девочку еще больше не отразить от себя. Вот. Это на самом деле искусство, и это довольно важно. То есть важно именно вот уметь вовремя остановиться, да, важно уметь именно
вовремя, ну, перестать, например, на девушку давить и так далее. Но у вас здесь есть такой момент. Значит, если девушку после слов разлюбила, стал разрешать бесить ее парень. То есть тут вот непонятно. Обычно происходит немножечко наоборот, что, значит, как правило, бесит до того, как говорят эти слова. Но обычно люди раздражение понимают как ну, уход любви. И поэтому они говорят, что вот все, ты меня бесишь, значит, я тебя разлюбил, или я тебя разлюбила, вот. И, собственно, на этом все заканчивается. В вашем случае ситуация немножко иная. Вы говорите о том, что девочка после слов «разлюбила» начала испытывать раздражение, значит, ну, молодому человеку. И это немного странно. То есть, либо вы что-то неправильно поняли, либо там есть какая-то история, о которой мы не знаем. Смотрите. Девочка сказала, что разлюбила, и после этого молодой человек стал его раздражать. Значит, что это значит? Девочка думала, что она разлюбила. Да? Ну, например, девочка думала, что разлюбила. Ага, в действительности это оказалось не так, она в действительности не разлюбила, как, ну, как оказалось, у нее остались чувства молодому человеку, вот, но, например, назад дороги уже нет, то есть молодой человек от нее ушел, или она сказала, он такая вот гордая, да, что не может взять свои слова назад, либо молодому человеку не доверяют настолько хорошо, что не может сказать ему о том, что она ошиблась, что поняла, что чувство еще есть. Вот. То есть в какой-то момент эти самые слова ее саму поставили в неловкое положение. Положение невыгодное для нее самой. Вот. И, собственно, именно из-за этого и началась такая проблема. Именно из-за этого и девочку парень раздражает. Потому что если бы никаких проблем не было бы, да, если бы, ну, просто вот, ну, сказала, потому что чуть больше нет, и все, то я не думаю, что имело место быть раздражение. Поэтому в этом смысле раздражение можно характеризовать больше как скорее, ну, подтверждение того, что чувства у девушки все же еще есть, но они такие вот очень-очень-очень на грани, как бы. Они очень-очень-очень на грани, и нельзя сейчас сделать никаких таких вот, ну, плохих для девочки движений, плохих для девочки действий, потому что это может ее отвратить, как я уже сказал, от, ну, от молодого человека очень сильно. И вот тогда он ее уже действительно потеряет, и вот тогда уже у него ее вернуть не получится. Вот, то есть пока такая возможность есть, и, соответственно, мужчине нельзя делать опрометчивых действий, опрометчивых движений и так далее. Вот. То есть сейчас лучше от девушки немножечко отдалиться, да, от девочки лучше немножечко отстраниться, чтобы она побыла одна, вот, подумала немножечко о том, что чувствует, чего хочет, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть спешить ни в коем случае не нужно. Дайте, если
Это вы мужчина, ну, если вы именно тот мужчина, у которого проблемы с девочкой, то, соответственно, дайте своей любимой, да, время какое-то, побыть без вас, отдохнуть от вас и так далее. И после этого рекомендую встретиться с ней. Вот, и просто-напросто поговорить. То есть не давить ничего, просто-напросто поговорить и попробовать понять, что она чувствует к вам, например, да, и что вы чувствуете к ней. Вот, и постараться все-таки понять, какие проблемы в отношениях у них. И постараться эти проблемы решить для начала, просто понять, есть ли желание преодолевать какие-то проблемы, потому что бывает так, что нету никакого желания преодолевать проблемы. И тогда люди, к сожалению, да, они расстаются. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.